Всем привет, с вами снова Атлантис. Сегодня ваш не хочу представить очередную свою распаковочку, очередную свою посылочку, пришедшую очередной раз из магазина AliExpress. Давайте ее откроем, посмотрим, что здесь у нас лежит. Ага. О. Здесь лежит у нас замочек. Ну, прикольно. А, как я счесал. Да. Так, есть бумажонца. Ну, конечно, все по-китайски, все понятно. Он открытый. То есть у нас пароль на открытие, что получается, 3 нуля, да? Да. Ну, конечно, знаете... Прикольно, Колумбия, прям не знаю, настоящая эта хрень или нет. Но смысл в том, что, конечно, он более, скажем так, дешево. Не сказать, чтобы выглядеть. Выглядит он прикольно. Он дешево ощущается, чем, например, тот же замок, который я покупал здесь у нас в России. Вообще какой-то нонеймовский, он полностью металлический, у него роликовая штука с четырьмя, по-моему, роликами. И там была система восстановления пароля. Здесь я даже не знаю, как его выставить. Плюс там он полностью металлический, здесь вот эта штука, она из пластмассы сделана, так что технически, конечно, да, она сделана в виде карабинчика, но уже смотрите, эти нагрузка какая, то есть как карабиновая, это просто физически нельзя использовать, тут нет ни замка, ничего, и при желании, чтобы вы здесь не зацепили, то можно спокойно вот разжать и открыть. Я думаю, такая штука для каких-нибудь сумок, но такой замочек даже можно не ломая, просто отжать и как-то сделать, да, конечно, безделуха еще та. Я не знаю, как здесь пароль выставлять и вообще возможно ли это. Может быть, как-нибудь вот так вот. Да, вот так вот. Теперь у меня... Да, значит, мы просто нажимаем, выставляем здесь пароль. Допустим, вот у нас будет 3 семерки теперь. Да, здесь... По-другому вставляется. Вот и все. Теперь у нас с тремя семерками пароль. И вернемся обратно к нулю, как было изначально. Все. Видите, он заблокирован. А на трех семерках получается он открывается. Вот такая вот безделушка. Покупал просто ради прикола. Мне их вешать некуда, эти замки. Просто было интересно посмотреть такую систему замка. Не знаю, рекомендовать кому-то или нет. На мой взгляд, это, конечно, какой-то ширпотреб. Я не знаю, конечно, я думаю, это подделка полноценная. Вряд ли это оригинальный прям замок. Потому что, ну, сделан он, конечно, своеобразненько. Не знаю, может, Колумбия и выпускает такой Г. Это такое расхождение. Может, так и должно быть. Ну, короче говоря... Вот так вот. Если вы думаете, допустим, купить подобную штуку, чтобы что-то, например, защитить, проходите мимо ради прикола. Так, для сумочки повеситесь, например, где-нибудь в каком-нибудь офисе, не знаю, допустим, что там не настолько уж отмороженное, чтобы вот вам прям замки ломать, а без замка там откроют сумочку, что-нибудь достанут, то самое оно прикольное, маленький такой, легенький, кстати, но легче того, потому что здесь металл тоненький. Просто так его тоже не скрыть. Но здесь подобрать легче будет с тремя уже. По это... Крутилками тесно. А здесь вот работает такая же фигня. Или наоборот. Нет, здесь, кстати, это никак не ощущается. Что интересно. Вот это более интересно. Потому что, например, у... таких, которые замки вставляются, у них есть способ, их отжимаешь и крутишь, и там как-то он ощущается на каком-то моменте, он там как-то
Я не знаю, не пробовал, но говорят, так можно быстро подобрать пароль. Здесь такая фишка, по-моему, не работает. Не знаю, может, надо как-то сильнее нажать или как-то отжать сильнее. Ну, ломать не буду. Ну, такой вот замочек. Ну, не знаю, прикольная безделушка. Может, куда-нибудь пришороблю. Ну, а на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Счастливо, пока и до встречи.